Капусту к ужину я положила. Чуть-чуть присыпала укропчиком. И знаете, что хочу открыть? Вот такую вот баночку резанные помидоры. Рецептом я делилась. Рецептик есть на странице. В сезон, конечно же, делилась. Нет смысла его сейчас повторять. Кому интересно, могут зайти посмотреть. Ой, я люблю это. Шикарный рецепт. Очень люблю. Так. Такая красота. Сейчас выловлю. Лук здесь просто офигенный. Давно, кстати, не ела такие помидорки. Не могу удержаться. Это кулинарная штука. А еще тут мега вкусный рассол. Да. Поначалу меня. Точнее, маринад. Ой. Прямо аж до судорог. Кайф. Ну, красота же. Ах. Говядинка моя тоже готова. Рецепт все-таки будет завтра. Доваривается картофель. Сейчас будет, наверное, картошечка-пюре вот к этому блюду. И соленья. Приятного аппетита.